Часто приводит одну иллюстрацию естественного роста церкви, которую я вам тоже хочу привести. Это пример бочки. Обычная бочка. И в естественном росте церкви мы выделяем несколько моментов, несколько компонентов. Их можно назвать досками, из которых сделана бочка, вертикальными досками. Восемь вертикальных досок. Что произойдет, если одна из этих досок будет маленькой, короткой? Например, в церкви нет благовестия, никто не рассказывает никому об Иисусе Христе. Тогда вода из такой бочки начнет вытекать. Значит, нужно научить людей благовестию, чтобы они рассказывали о Христе, чтобы эта доска была нужного размера. И тогда церковь будет здоровой. Иначе церковь просто застрянет в своем развитии. Более того, все эти компоненты нужно постоянно совершенствовать на, на протяжении жизни церкви. Постоянно заниматься и благовестием, и всем остальным. Дух Святой нас, нас в этом ведет. Если эти доски будут короткими, их нужно увеличивать. Теперь следующая доска ⁇ это функциональная структура церкви. Функциональные структуры церкви ⁇ это те формы, в которые облекается служение церкви. Если нет функциональных структур, то церковь порой держится на традиции. Кто-то говорит, мы всегда так поступали и всегда так же будем поступать, всегда так же будем делать. Мы всегда здесь собирались и всегда будем здесь собираться. У нас а, много лет уже был вот этот пресвитер и он всегда будет нашим пресвитером. Мы всегда вот так поклонялись и будем так всегда поклоняться. У нас вот такой церковный устав его написали много лет назад и мы никогда не изменим этот устав. Но это не функциональная структура, это традиционализм который убивает церковь. Смотрите, как было в антиохийской церкви. Структура этой церкви постоянно менялась. Сначала это была просто группа христиан, которые собирались вместе. Потом туда пришел Варнава, привел туда Савла и Старса, потом Агав приходит, потом пять пророков и учителей в этом э, организме, в этой церкви. Они постоянно меняют свою форму. Вот это очень важно для церквей. Важно иногда переделывать устав, переделывать устав в церкви раз в год, просто ради дисциплины. Нужно менять порядок нашего богослужения. Что-то добавлять, может быть, свидетельство раз в месяц. Или а, ст чтение стихотворения, или сценки какие-нибудь. А, может быть, хоровые номера, вокальные номера, дуэт, трио. Чтобы дети участвовали в служении иногда. Можно оркестр создать. То есть экспериментировать. Разные формы должны быть менять лидеров, в том плане, что в лидерскую команду, в команду руководителей, служителей, нужно вводить новых людей, как это было, кстати, и в антиохийской церкви. Следующий компонент здоровой церкви — это горячая духовность. Мы видим это в Антиохийской церкви, 13 глава Деяний апостолов, 2 и 3 стихи. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Горячая духовность — это пламенная вера, готовая к действию. Дело не в том, чтобы мы все становились харизматами или не становились харизматами. Дело не в том, как мы благовествуем или как мы поклоняемся. Литургический у нас стиль, или мы там прыгаем и танцуем по церкви. Дело не в том, громко у нас в церкви или тихо, шумно или тихо. Смысл в другом. Горячая духовность Проявляется в конкретных делах. Это пост, это молитва. Но суть ее заключается в том, к чему призывает Иисус Эфесскую церковь в откровении 2 глава. Ты забыл первую любовь Твою, говорит Иисус. Говорит Иисус. Найти, помнить, исповедовать первую любовь Свою. Вспомните, как вы покаялись. Я помню, как пришел ко Христу. И до сих пор во мне эта любовь. Я также продолжаю читать Священное Писание. Я также горячо, пламенно продолжаю молиться. Я хочу и дальше познавать Христа. Вот это и есть пламенная, горячая духовность. Если этого нет, то может прийти лже-огонь законничества. В качестве примера расскажу историю о Джонни Уэсли, известном благовестнике в Великобритании, в Англии. Джон Уэсли как-то познакомился с одним проповедником, законником, и они пошли пообедать вместе, а с ними была еще одна девушка и ее отец — и вот сидят они, беседуют, и проповедник-законник хватает девушку за руку и кричит, как же христианка может носить столько всяких колец. Это не рука христианки, а Уэсли ответил, у нее замечательная рука. Кстати, эта девушка и ее отец продолжили общение с Джоном Уэсли. Ее отец покаялся, уверовал, потому что Уэсли проявил подлинную любовь ко Христу. Он не был зациклен на законничестве. Седьмая составляющая естественного роста церкви — это Вдохновляющее богослужение, вдохновляющее поклонение. Речь не идет о том, что должен быть какой-то конкретный стиль поклонения. Допустим, церковь для нехристиан, церковь для христиан, современная, несовременная и так далее. Речь не об этом. Речь о том, чтобы во время богослужения люди могли ощутить Бога. Что помогает церкви и членам церкви ощущать Бога на богослужении? Я хочу вспомнить один стих, псалом 77, стих 72, и он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Вот этот стих указывает нам на нечто очень важное, то, что должно быть, чтобы наше богослужение было вдохновляющим. Нужны люди с мудрыми руками. Если кто-то нас ведет в богослужении, в поклонении, играет на фортепиано, играет плохо, никакого вдохновляющего богослужения не будет. Если гитарист выходит и играть не умеет, тоже вдохновляющего служения не будет. Это не значит, что человек должен быть профессионалом. Это значит, однако, что у него должны быть мудрые, умелые руки. Иначе не получится. Есть, конечно, церкви, где человек играет на фортепиано 50 лет подряд, и уже нет никакого вдохновения, потому что год за год один и тот же человек играет на фортепиано и делает это все хуже и хуже. Должны быть люди с умелыми, мудрыми руками и чистым сердцем. Человек, который ведет нас в богослужении и в поклонении, должен и сам быть поклонником и сам уметь поклоняться, и вот тогда он сможет вести нас в поклонение, потому что у него Чистое сердце. Он поклоняется Богу сам лично, и теперь в церкви он может вести и нас. Значит, для того, чтобы наше богослужение, поклонение было вдохновляющим, вести его должен человек, которого не уличат в том, что он негодяй, в том, что он бандит. Нет, это должен быть человек с чистым сердцем и умелыми руками. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И последняя составляющая естественного роста церкви – это целостные малые группы. Целостные малые группы – это то место, где Человек в безопасности может изучить священное писание, применив его к своим личным проблемам. И эти малые группы умножаются. Целостные малые группы могут быть реально маленькими, 3-4 человека. Я член такой группы. Мы собираемся с тремя-четырьмя мужчинами, пасторами. Мы подотчетны друг другу, мы делимся тем, что мы узнаем из священного Писания, мы говорим о нашей жизни, мы открываемся друг перед другом, мы рассказываем друг другу о проблемах, о том, что нас заботит. Трое, четверо. Я знаю целостные малые группы, в которых 30-40 человек. Иногда их называют сообществами. Почитайте книгу Майка Брина, которая называется Запуск миссионерского сообщества. В, этом, в этой книге рассказывается о ситуациях, когда группа встречается, и там 40-50 человек. Они собираются раз в месяц, а иногда и раз в неделю. Там небольшое число лидеров, но цель этой группы заключается в том, чтобы было 50 на 50. 50% верующих, 50% неверующих. Они собираются раз в неделю, они молятся друг за друга. Они реально открыты для людей. Хотите узнать об одной из интереснейших тенденций современности, прочитайте о миссионерских сообществах. Майк Брин, автор этой книги. Итак, мы с вами поговорили о досках, из которых состоит наша бочка. Каждая из них важна. И нам есть смысл, ну, по крайней мере, раз в год проверять длину этих досок. Какую из этих досок нужно удлинить? Может быть, какая-то из этих досок прогнила? И наоборот, с какими все в порядке? И как подправить те доски, которые нуждаются в исправлении, которые прогнили или слишком короткие и так далее? И давайте снова и снова обращаться к антиохийской церкви, потому что это замечательный пример того, как церковь может развиваться. Есть смысл найти эту книгу «Естественный рост церкви». Там есть опросник для церкви. Этот опросник можно заполнить для того, чтобы понять, какова ситуация именно в вашей церкви.